абсолютно все фрукты, овощи, зелень. Вы можете делать также фруктовую пастилу, можете делать хлебцы, снеки всевозможные. Можно сушить также рыбу, вялить мясо, делать, например, яичный порошок. И, в принципе, использовать дегидратор даже как термостат, потому что он очень точно держит заданную температуру. И вы можете готовить кисломолочные продукты, можете настаивать тесто, растаивать. Сушка трав, заготовление чая липового, иван-чая, ферментирование можно также делать. И всевозможные душицы, мята, земляника, смородина, листья, малины. То есть все это очень быстро и очень бережно можно высушить при температуре всего лишь 30 градусов, буквально за несколько часов. И у вас зимой будет всегда очень ароматный и душистый, и полезный свой чай, который напоминает вам о хороших летних деньках и насыщает вас фитонутриентами.